Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Joyware. С вами снова Джо, и добро пожаловать в новую серию наших приключений, а именно серию прохождений Майнкрафт. Я сам в шоке, но флешбеки из старых времен не дают мне покоя, и необходимо ворваться еще разок в эту игру. Тем более, я хотел сделать еще одно прохождение по Rim World. Сразу сделаю отступление и скажу об этом. Но там вышел буквально на днях патч 1.12, куча модификаций, которые мне по душе и без которых я, ну, просто не чувствую эту игру, сейчас недоступны и еще не обновились до новой версии. Вот, это усложняет возвращение в Рим. Можно там, конечно, сделать... Господи, какая громкая музыка, я сейчас сойду с ума. Можно, конечно, ворваться... Это ни на что не повлияло, да? Можно ворваться в классическую версию Рима без модификации и прочего добра и просто покатать там, несмотря ни на что. Я решил отвлечься немного от Римворлда, буквально там на недельку, на две, пока большая часть популярных модов обновится, и после ворваться с новым прохождением. А пока потупим в Майнкрафте. О, черт, у меня сказочное предчувствие. Давайте какое-нибудь крутое название для мира изобретем. Чистый Майнкрафт, версия 1.16.1. Объясню, почему не 1.16.2, которая вышла недавно. В 1.16.2 не обновили мод для камеры, а мне очень нравится делать в Майнкрафте таймлапсы со всяким компанием там или строительством. И, в общем-то, там не такие критические изменения, которые такой обычный обыватель и лох, как я, заметит вообще. Так что 1.16.1, не волнуйтесь, это не столь важно. Мне хотелось бы какое-нибудь крутое, знаешь, там типа темная сторона или там запределье. Запределье — отличное название для нового прохождения. Естественно, сложное, выживание, читы выключены, игровые правила стандартные. Бонусный сундук не нужен, генерировать строение — да, конечно. И ключ рандомный абсолютно. Никаких других изменений я вносить не хочу. И запределье, канал Joyware, Джонни у микрофона. Давайте ворвемся. Эй, ребята! Самый классический, самый настоящий голенький Майнкрафт с единственной модификацией, с камерой, чтобы можно было записывать таймлапсы. Давайте найдем какой-нибудь прикольный... Йох, ты посмотри, какая у нас тут прекрасная локация. Заснеженный биом, горы, у нас есть лава, у нас есть какие-то водопады, деревья, немного березок. Я проиграл. Я проиграл. Я вижу вдалеке пещерку, и давайте залезем в эту суку. И мы уже можем что-то делать. Тут куча скатов безумно страшных. Я давно, очень давно не регался в эту игрушку. Не поверите. Даже я слышал, там были моды с пчелами, с медовыми блоками, какие-то механизмы. Чуваки делали там ходячие дома и прочую ерунду. Я слишком глуп для этого. У нас есть здесь сразу овечки рядышком. И я думаю, надо порешать с ними пару вопросов, обкашлять. Ау. Нам нужно еще пару кусочков шерсти. Была бы отличная идея их оставить, начать плодить и заработать намного больше от этого. Но кто мы такие, чтобы вообще делать что-то рационально? Конечно, нет. Мы заработаем сейчас 3 шерсти, останется одна овечка из 4, которую мы не сможем плодить. Куда ты делась, стерва? Ты ж только что здесь ходила. Вернись и дай мне еще один кусочек шерсти. Пожалуйста. Может, она вниз убежала? Яйкс. Вышло неловко.
Давайте вернемся, добудем немного дерева. В любом случае дерево будет нужно. Так, хватит разбиваться. Хватит разбиваться! Извиняюсь за повышенный тон. Добудем немножко дерева. Прям вот чуть-чуть, прям вот самую малость. В пещере обоснуемся. И после этого я сделаю небольшой таймлапс копания под землей и добывания ресурсов. И будет неплохо. И параллельно с этим немного с вами пообщаюсь. Мне всегда нравится возможность поделиться своими мыслями и рассказать немного, что же все-таки беспокоит Джона в это неспокойное время. Во всем мире беспокойство, трагедии, войны гражданские, войны настоящие. А мы просто... дерево. И, в общем-то, неплохо проводим время. Я все же надеюсь, что овечка там вернется, потому что один кусочек шерсти пригодился бы. Я все-таки пас всю ночь стоять где-нибудь в закрытой коробеньке. И у нас есть пару кусочков мяса. Сейчас можно будет заделать верстак. Где же это еще одна овечка? Неужели она задиспаунилась? Я же шел как раз в эту сторону. Мне показалось, что их было намного больше. Но, скорее всего, диспаун как-то так интересно работает, что даже когда ты приближаешься к объектам, они исчезают. Это овечка? Нет, это снег. Яйкс. Ну, снег. Снег тоже хорошо. Нет? No bueno? Черт, ее реально здесь нету. Ладно, мы засядем в любом случае в этой пещере для начала. Хватит разбиваться, ты падаешь с трех блоков. А где пещера, кстати? А, вот она. Вот она. Условная пещера. Я прям назвал ее пещерой-пещерой. Это какая-то детская версия пещеры. Что ж, сделаем сразу деревянную кирку, добудем камня и сделаем каменные инструменты. А? Звучит неплохо? Звучит как, мать его, план. И давайте это сделаем. Я все-таки надеюсь, что овечки вернутся. Я хочу сделать кровать. Я должен. У нас есть немного угля. Можно будет сразу здесь расставить факела. Я вижу там еще уголь внизу. Слушай, богато. Ну, горная локация, она же этим и славится в основном, что здесь очень много на поверхности угля находится. Я такой рассказываю факты, как будто я вообще хоть что-то знаю о Майнкрафте. Тем не менее, мы сделаем хотя бы 4 факела для начала и каменную кирку, чтобы ускорить процесс копания. Деревянная останется на память. Это наша первая кирка. Вау! Хайпанули так же сильно, как я. Я вот нет. Ничего особенного. Но обязательно поставим ее в рамку. Если не умрем в ближайшие пару минут где-нибудь в лаве. Я хочу оставить все такую же... немного сумбурную. Я даже не знаю, если можно так сказать. Ложбину в этой скале. Углубленность. Такую, знаете, как бы... нерукотворную, природную, и в ней расположиться. Я думаю, получится нормально, тем более здесь еще чуть-чуть угля есть. Его весь добудем. И пойдем на поиски овечки. А здесь, наверное... у нас уже достаточно камня, чтобы сделать как минимум печь, пожарить мясо, которое у нас есть, пару кусочков. И этого хватит на пару перекусов. Это можно добыть рукой. Да, и, наверное, здесь расположимся. Типа такого плана будет начальная локация. И прямо отсюда можно будет сразу забуриться в подземелье и там добыть каких-нибудь более полезных ресурсов. Хотя бы железо для начала было бы здорово. Так, давайте заделаем одну печку для начала. Сделаем еще немножко факелов. Это пойдет в печь. Сделаем... наверное, меч, да? Сделаем меч, пусть у нас будет с собой еще меч. И нормально.
Печка-то идешь сюда, уголь в тебя идет, мяско жарится. Овечки внизу, может быть. Живности вообще нет, смотри, даже курочек не было по пути. Только скаты. А, есть полно, тут миллион, миллиард, триллион, сикстиллион рыбы. Я ж могу его? Могу, действительно, она шотается еще. Это достаточно простой путь. Я помню времена, когда в Майнкрафте не было рыбы. Такое было? Скажите, что такое было, что в Майнкрафте не было рыбы, я не выдумываю. Здесь можно будет сделать АФК рыбную ферму. Да? Такое делают? АФК еще используется термин в жизни? Все, у нас еды просто на века. Все, ты смотри, десяток рыбы. Изи. Нам все еще нужна одна овечка. Не ради того, что я люблю истреблять овец, честно. А ради того, чтобы построить все-таки треклятую кровать и заприметить эту точку респа за нами. Было бы неплохо. Может быть, овечки там появятся еще раз. Зачем я их убил? Я мог их покормить, их бы было больше. Я мог подождать и подстричь их. Так, у нас есть мяско, пусть жарится рыба. И все же. Овечки, конечно, меня подвели. Слов нет. Надежд было больше на них. Тут прикольная пещера, кстати, будет. На самом деле. На самом деле. Здесь можно замутить какой-нибудь, типа... Как у хоббита нору. И будет прикольно. Я не хочу тратить последние ресурсы. У меня не так много дерева, чтобы сейчас закапываться туда. Может быть, сразу начать копаться под землю? Давайте заделаем здесь немножко освещения. Прям минимально. Прям, чтобы хотя бы вот здесь под носом никто не спаунился. Ну или если спаунились, единично. Я не хочу сейчас бегать и проверять, насколько здесь высок или низок уровень освещения в определенных местах, но я надеюсь, что этого для начала будет достаточно. И типа... Оп, тут еще одно. И тут еще одно. И тут. Сойдет, наверное. Лучшее, что я мог бы и себе позволить. И, наверное, здесь тоже типа... Типа такого. Но это уже просто потому, что мне нравится делать симметричные факелы. Не видите, да, овечек? А они есть. Они здесь. Я чувствую. Я чувствую их страх. Ой, еще, кстати, уголь. Я чувствую страх. Свой, конечно же, потому что впереди ночи мы будем погибать молодыми. И все же я чувствую страх овечек, которые должны погибнуть во имя высшей цели. Как вам такое завернул? Неплохо? Почему я сделал музыку чуть-чуть тише, и теперь вообще в игре пропала музыка? Это так работает? Это так нормально? У нас, кстати, есть саженец, можно тут забабахать. Но овечек нету, да, однозначно? Как меня так Ты стерва, я знал, что ты есть. Я знал, что вы существуете. Я вам всегда об этом говорил. Стерва. Такая, типа спряталась, да? Вон она. Я слышу, как ты орешь. Ой, да, детка. Там уже скелетов миллион. Не-не-не-не. No PvP, пожалуйста. No bueno. No bueno, сеньора. Пожалуйста, никаких убийств сейчас. Сперва броня. Сперва источники еды. У нас куча жареной рыбы. Охренеть. И кровать. Оп. Оп. Еее.
Еее, спи, моя радость, усни, а чем это анлок, деточка? Первая ночь закрыта. Ух. Что ж, давайте зафигачим здесь сундук. Пусть стоит. Для всякого разного, типа... Можно было бы здесь... ну, пока нет железа, особо неинтересно там воду стараться добывать или еще что-то. И можно, наверное, половину еды можно здесь оставить, эту кирку. Дерево пригодится, если придется сделать еще крафтовый столик. На какой мы высоте? Мы очень высоко, 77. Деточка, у меня есть предложение построить пещерку. Наверное, кровать как-то поинтереснее надо расположить. И сделать еще пару кирочек с собой. Наверное. Я сейчас это сделаю. Ребят, я думаю, я не буду заставлять вас смотреть за тем, как я буду копать вниз. Это я сейчас поставлю на таймлапс. А поверх него расскажу вам что-нибудь интересное, что у меня здесь накипело. Кстати, я планирую такое повторять время от времени. Может быть, в следующей части, если она все-таки будет, если вам понравится Майнкрафт. Я очень на это надеюсь, потому что у игры есть хороший потенциал, и здесь можно, на самом деле, повеселиться, честно. Если у вас будут предложения, какие-нибудь вопросики, и эти темы я смогу поднять в следующих видео во время таймлапса. Я сделал пару кирок, боюсь, что этого недостаточно, сделаю еще одну и... Наверное, три штучки и половинка еще одной хватит. Ухожу на таймлапс, надеюсь, он получится не кривой. Но если кривой, это, считайте, проба пера. Я надеюсь, что получится нормально. Переключаемся, наверное, на будущего Джона. Поехали. Эй, ребята, я снова с вами из небольшого, но будущего, в рамках таймлайна этого видео, естественно. И я считаю, что очень важно определить границы, куда же все-таки должна зайти эта серия. И... Я не хочу строить какие-то космические крутейшие планы, как набрать двойной сундук каждого предмета в игре, или там убить 100 раз дракона, или еще что-то такое мега эпичное. Хотя это все можно будет сделать с течением времени, но на данный момент давайте остановимся на том, что мы просто вместе с вами будем получать огромное удовольствие от игры. Последний раз я серьезно засаживался в Майнкрафт. Засаживался лет 10 назад. Я представляю, что игра безумно сильно изменилась, и я уже замечаю эти серьезные изменения, и я хотел бы просто погрузиться и с огромным удовольствием изучать этот сложный, развитой и изменившийся мир. И я бы очень хотел, чтобы вы поддержали меня в этом вопросе и, возможно, даже в некоторые моменты держали за руки, потому что, черт возьми, старый дед, которому очень страшно изучать что-то новое. Я надеюсь на вашу поддержку. Поэтому давайте определим небольшие границы. Будем стараться, ну, по крайней мере, я буду стараться чередовать видео с какими-то, может быть, интересными билдами, если я найду что-то прикольное в интернете для вдохновения. А в другие части видосов будем копаться, отправляться в путешествия, в новые локации, изучать окружающий мир и все такое прочее. Если вы меня поддерживаете в этом вопросе, обязательно отпишитесь в комментариях, на что стоит обратить внимание. Я уверен, что среди вас есть матерые майнкрафтеры. А тем временем дорожка уже построена, и давайте вернемся назад. Эй, ребята, еще раз привет от прошлого Джона. Я зафигачил туннельчик вниз. Единственное, я не добыл здесь редстоун, потому что, по-моему, его нужно добывать минимум железной киркой, иначе он пропадает. Не хочу потерять свои первые ресурсы. Я спустился на 12 уровень по высоте. И можно здесь замутить что-нибудь типа туннеля. Ну, вот эта вот классическая штука с прямым туннелем вдаль и с ответвлениями в стороны. Господи, у меня чуть инсульт не случился от попытки произнесения слова ответвления. Давайте сделаем что-нибудь такое. Давайте покопаемся немного. Притом, у меня здесь... Чувство страха вот где-то плюс-минус здесь. Слышно звуки лавы. Вот здесь.
Я не знаю, слышите вы бульканье или нет, оно такое прям, прям очень-очень тихонькое, но достаточно трепета в мое маленькое сердечко вносит. И поэтому я бы не хотел, наверное, случайно туда чебуряхнуться. Давайте сделаем небольшую комнату, не знаю, может быть, 5 блоков в ширину. И пока не будем заниматься какими-то архитектурными изысками. О, мы нашли немножко железа. Во-первых, потому что, ну, какой смысл делать сейчас, когда у меня даже нет возможности быстро добывать ресурсы в больших количествах, делать что-то красивое. Мы сделаем сейчас что-то надежное, то, что будет работать, а потом будем из этого делать конфетку. Ну как конфетку? Ну что-то тоже коричневое. Я не уверен, насколько это будет съедобно. Тем не менее. Сделаем небольшую комнату. Это будет типа наша основная комната. Сейчас можно будет здесь поставить еще один верстак. Наверное, я не хочу сюда спускать кровать, на самом деле. Я не вижу смысла вообще, в принципе, скипать ночи с этого этапа. Здесь огромная дорога сейчас, где мобы не спаунятся, и что-то типа 70 блоков по диагонали. И у меня такое предчувствие, что на такой, даже если они там заспаунятся на такой дальней дистанции, я не думаю, что они смогут построить путь до меня, спуститься вниз и здесь мне как-то навредить. И опять же, у меня каменный нож, а достал нож и режь, как говорится. Так что это вообще даже не проблема. У меня мало факелов, мало дерева, но нам хватит на один сундук сейчас и на пару штук инструментов, наверное, тоже будет достаточно. Начнем с вот этого маленького туннеля, с этой маленькой комнаты. И сейчас... Так. Неловко. Я не сделал еще одну кирку. Самое время. Поставим верстак, сделаем еще одну печку. Я надеюсь, это будет наша... Блин, у меня нет палок. Надеюсь, это будет последняя наша каменная кирка. Я сейчас выкопаю вот эту железную жилу. И надеюсь, там есть хотя бы 3 блока. Тут больше. Damn, son, look at this. Ё-моё, у нас есть железо на все дни. Даже на 2 кирки хватит. Да, я 6 штук выкопал. 8? Как 8? Действительно 8. Мы богаты. Этого хватит на 2 кирки и еще останется на меч. Давайте зафигачим один сундук, чтобы скидывать всякий хлам. Я не приверженец этой схемы, когда люди там добывают гранит, андезит и еще другую какую-то шляпу и говорят: блин, ну это... Это полное дерьмо, давай сжигать это в лаве. Все полезно. Все ресурсы полезны. Серьезно. В какой-то момент ты просто подумаешь: блин, а вот сейчас бы мне что-то похожее на птичий помет добавить. И херак, а у тебя диарита нету. Я думаю, этого хватит, чтобы сделать одну кирку и покопаться. Я надеюсь, мы сегодня встретим с вами свои первые брюли. А? Как вам такое? Встретим ли? Я очень надеюсь, ребята. Мне нужна вся ваша сила и вся ваша поддержка в комментариях. Напишите: Джон, возьми мою силу. И тогда мы точно вместе с вами сможем отыскать. Я заделаю, пожалуй. И вот это мы будем использовать как первый коридор. Джон, возьми мою силу, чтобы Джон нашел алмазы в этом эпизоде. Это же будет просто космически. А чё? В принципе... Тут, кстати, надо проверить по свету. 7, 6. Вот здесь темно. Здесь сделаем светло. Я опять похерил коридор, да? Конечно, надо посреди коридора ставить. Ладно, разберемся со второй стороны позже. И вы поделитесь со мной своей мощной силой. И я смогу найти все алмазы. Мы уже нашли золото. И еще немножко угля.
Давайте сперва раскопаем вокруг. И еще немножко железа. Черт возьми, ребята. Что ж, давайте так. Который сейчас час у меня в реальной жизни? Но у меня есть где-то 30-45 минут времени. Давайте я удалюсь на еще один таймлапс. Я сейчас пробегусь по коридорам, запишу это и закину очень быструю нарезку. И, ну, во время этого еще о чем-нибудь с вами потрепаюсь, либо просто запилю как очень быстрый таймлапс. А если вам это нравится, обязательно напишите о том, что... Черт возьми, таймлапсы больше, меньше трёпа, больше таймлапсов. Ребята, я... Страшные звуки. Я удаляюсь на раскопки. А вы можете в комментариях написать о том, насколько вы в меня верите, сколько я найду угля, сколько найду железа, золота и найду ли алмазы. И проверим, кто окажется самым правым. Жду ваши комментарии, а я поехал копаться. Приятного просмотра таймлапса. Гоу! Thank you.
Окей, ребята, вернемся к результатам моих копаний. Я в ноль ушел. Кирка сломалась, просто добрался до конца, выкопал здесь туннель, здесь. Там вообще в каких-то пещерах походил. И здесь дошел до конца, разбилась кирка, я прожарил все железо. Здесь, кстати, плюс угля. И вот на чем мы заканчиваем сегодняшний эпизод. Я добыл, 2,5 стака ляписа, 3,5 редстоуна, стали 74 штучки, немножко золота, немножко изумрудов и целых 13, мать его, алмазов. 13! И охренеть. В следующей части обязательно надо будет построить что-нибудь крутое. Я надеюсь, я рассказываю это еще без осознания того, как вообще получились таймлапсы и как они выглядят, кстати. Надо на стоп поставить. Я не знаю, как они выглядят, не смотрел. Надеюсь, они получились крутейшими и такими, как я их задумал у себя в голове. Я даже здесь еще немножко редстоуна не добыл, потому что кирка сломалась. Мне надо подниматься там за деревом, и я слишком ленив, чтобы это делать сегодня. 22 уровень. Пару опасных ситуаций с криперами и скелетами. И закончилась вся еда, закончились все ресурсы. Но мы добились определенных успехов. Я надеюсь, вам понравилось. Это вступительная серия к прохождению Майнкрафта. Естественно, у игры же есть конец. Теперь можно убить дракона там и прочее. Но это все впереди. Если вам нравится Майнкрафтик, если вам нравлюсь я в роли комментатора этого прохождения, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ваши хорошие и приятные комментарии очень сильно мотивируют на создание новых роликов. А с вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Всего вам хорошего, ребята. И как только устаканится RimWorld, конечно же, мы туда вернемся. Не забудьте подписаться на мой Discord-каналчик, там все самые свежие новости, также в Твиттере, в Инстаграме и во всех остальных соцсетях. Я думаю, вы справитесь с описанием. Еще раз огромное спасибо, вы все... Неловко. Яйкс. Завис на самой концовочке. Еще раз спасибо, ребята. Пока.